Во Владивостоке в плавках и в купальниках решили отметить День зимних видов спорта. Он приурочен к 10-летнему юбилею Сочинской Олимпиады. Такие массовые спортивные акции проходят по всей стране. Но в морском городе решили провести праздник спорта по-особенному. Зимние семейные старты. Ну, в таком формате мы первый раз проводим в Приморском крае, я думаю, и в России. Но, тем не менее, сегодня, несмотря на то, что у нас 2 марта на дворе вроде весна, погода преподнесла нас сюрприз, настоящий зимний день. Но это не пугает наших зимних пловцов, которые сейчас являются лучшими в России, участвовать в соревнованиях. В рамках акции участники плыли самую короткую дистанцию – 25 метров. На голубых дорожках открытого бассейна встретились как новички зимнего плавания, так и уже опытные моржи. Для них проплыть бассейн от бортика до бортика – почти что разминка. Но пришли они в первую очередь сюда за эмоциями, которые дарит зимнее плавание. Азарт, во-первых, бодрит дух, физическую форму всегда поддерживаешь хорошо, и само ощущение преодоления себя и дистанции, ну, то есть уже в холодной воде, потому что бассейном мы тренируемся для того, чтобы иметь форму, а здесь именно преодолевать расстояние за максимально короткое время. Весной краевая столица примет еще одно уникальное мероприятие в холодной воде. В конце апреля здесь пройдет русский открытый кубок Тихого океана. Вода будет уже не такой холодной, как сейчас, поэтому такие старты – отличная возможность приобщиться к зимнему плаванию.